Украина — это фашисты, Украина — это не Европа. Появляются британцы, которые говорят: «Эй, не, ребята, хотите поднять ставки? Мы поднимем». Вот Путин ляпнул про единый народ. И что ты ему скажешь? Он точно пойдет на второй, ну, я уверен, на 100%, как бы мы ни строили глазки, сейчас и не рассказывали, что надо подумать. Здравствуйте, в эфире Политека Онлайн, я Инга Мизерия, и вы уже привыкли, мы уже привыкли, что практически каждый четверг Алексей Арестович у нас в эфире, и у вас есть возможность задавать вопросы, все это прямой эфир онлайн, но сегодня, к сожалению, из-за технических проблем на YouTube мы не можем сделать привычный эфир, чтобы вы задавали вопросы, а я их читала Алексею, поэтому, к сожалению, вопросы придется задавать только мне. Пишите в комментариях, я попытаюсь в следующий раз задать эти вопросы. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Инга и зрители. Жалко, не каждый четверг удается, но тем не менее, почти каждый. Давайте поговорим о том, что было не в четверг, а в среду. Путин, 18-я в его карьере, была горячая, точнее, нет, прямая линия с Путиным, отвечал он там на разные вопросы, конечно, в основном внутренние, но давайте вот три момента, которые касаются Украины в том числе. С Зеленским он сказал, что с ним встречаться, да, все решается. Внешнее управление. Да. Внешнее управление. Вопрос, который меня интересует уже второй день, так почему же вот с Вашингтоном официальным Путин встречался, почему же не решил? Так логика же никого не интересует. Медиа и все эти заявления, они же для эмоций. Для эмоций и для подтверждения картины мира, то есть позиционирования того, что и так уже хорошо известно и вдолблено. Как у нас, как дело Вагнера. Как бы вот у нас во вторник уже будет временная комиссия заседать в 14 часов, но ЕС, ГОЛОС, БЮТ, особенно ЕС и ГОЛОС, те, которые год кричали: «Дайте нам комиссию, дайте, мы порвем, мы хотим, вот вам комиссия, вот вам полномочия», там с приставкой почти сверх. Но почему-то их уже не интересует, они отозвали своих представителей от комиссии. Зачем было кричать год? О чем вы кричали год? Вот расследуйте. Вам допуск первого уровня государственной тайны. Вы можете расследовать там все, что угодно. Допрашивать должностных лиц, цепочки событий устанавливать, факты, делиться с обществом. Но нет, то же самое у Путина абсолютно, как под копирку. Дело в том, что надо дать эмоцию, основные нарративы. Ему же пишут эти ответы. Украина под внешним управлением, Украина не самостоятельна. Зеленский негодяй. Ну, он отработал повестку. Россия хороша тем, что она в чем-то даже опережает весь остальной мир, во многом опережает по всем этим когнитивным войнам, атакующие мозги. Сейчас в НАТО есть такое командование по трансформации блока, который занимается перспективным развитием. И там они заявили, вновь назначенный командующий, что мир информационных войн перешел уже к когнитивным войнам. То есть это стало устойчивым термином некоторое время назад. И когнитивные войны, Путин же и хочет победить Запад и Украину когнитивно. Потому что, ну, понимаешь, экономически и военным путем ему нельзя победить, да и дело даже не в этом. Союз развалился, о котором он так сожалеет, именно под когнитивной атакой. Только тогда они так не назывались. Сейчас не проиграла советская армия, не проиграла советская экономика, проиграла, ну, желание людей пить кока-колу, носить джинсы, слушать американский джаз. И именно в когнитивном пространстве хотят поквитаться. Это означает, что мы должны признать себя пораженными, мы и Запад, проигравшими. Что наш способ жизни, наш способ мыслей, наш способ действия не сработал. Российский — правильный. Это их подача. И он дает три противоречивых нарратива. Он говорит, что внешнее управление, Зеленский сдал страну под внешнее управление, с ним нечего решать. Мы один народ, говорит он. Это же все одна и та же история. И он заявляет, что Западу не выиграть Третью мировую, если она начнется. Можем утопить британские эсминцы, нам ничего за это не будет, он говорит. Ну и это увязывается в треугольник, и конкретным поводом выступает учение «Сибрис», и вот эти события, которые вокруг них происходили и происходят, о том, что Россия заявила, что мы готовы, и НАТО сегодня заявила, что мы готовы к противостоянию на море, что не исключены даже вооруженные провокации, мы готовы к ним и так далее. Ну, он продавливает одну и ту же историю последовательно, четко. Он говорит, что Украина — это failed state, украинцы органически не способны к самоуправлению. И Зеленский, на которого возлагалась только надежда, сдал страну под внешнее управление. На что Михаил Подоляк ему ответил, что вас, видимо, Владимир Владимирович плохо информирует. По одной простой причине, потому что как раз Западом сейчас есть определенное натяжение в администрации Зеленского. Президент высказывает свое недовольство, знаменитый ролик кандидатам на выборы в Германии, который он записал, да, где сказал, что, ребята, вот есть перечень вопросов, которые очень волнуют Украину. Встреча президентского в Вашингтоне.
созвон с Папой Римским, созвон с Меркель. Интенсификация контактов огромная только на этой неделе. И, вишенка на торте — это то, что сказали вы. Ну, съездил ты, встретился с Байденом, что удалось договориться. Даже в Европе он не смог договориться. Франция и Германия инициировали встречу. Типа, с Байденом можно, и значит, нам можно. И это заблокировало, начиная от Голландии, заканчивая странами Балтии и Польши. То есть, но вот что удалось Путину, это удалось расколоть Евросоюз. Это была одна из главных задач. По крайней мере, по вопросу России, что делать с Россией. То есть, видите, старая Европа хочет встречаться. Еще более старая или такая же старая, но и часть молодых не хотят. То есть уже консенсуса нет. Это, возможно, скажется на санкциях. Они последовательно делают свою игру. Ну, лупят в эту такую ледяную глыбу, в которую трещинки вставляют долоту и лупят со всех сторон, пока она не треснет. А европейцы не понимают до конца, и Запад коллективно не понимает до конца, с кем они имеют дело. Более-менее надежно понимают британцы и часть американцев. У британцев консенсус относительно в этом всем. И американцы. Поляки понимают и страны Балтии, да. Ну, мы берем там старый Запад, коллективное ядро. Вот это все, а остальные, конечно, с великой, это с очень большая проблема с ним. Поэтому он знает об этих проблемах, нарративы эти рассчитаны, просчитаны и бьют очень четко. Украина — это фашисты, Украина — это не Европа, Украина, да, это никому не нужно в НАТО, НАТО вас кинет, Украина не способна органически к самоуправлению, Зеленский сдал страну под внешнее самоуправление. Это дальнейшее развитие политики, которая, информационной, которую они проводят, когнитивная атака на нас и на Запад. То, что вы сказали уже про британский эсминец, да, он же заявил, что да, даже если бы мы его потопили, вряд ли бы началась Третья мировая война. Зачем? Тут два варианта. Зачем злить британцев такими высказываниями? Или же тогда, ну почему же не потопили, если они считали, что это их территория? Так, это поднятие ставок. Это блеф на уровне слов. Вряд ли они перейдут к действиям, а если перейдут, британцы потопят в ответ что-нибудь. Ну и там посмотрим. После этого надо будет опять потопить британца, потом британцы опять потопят, и вот так оно будет двигаться, ну, и глядишь, и Третья мировая. А может, и не начнется. Но то, что британцы не промолчат, я уверен на 100%. Я не представляю себе британский боевой корабль, которого топят, а он не отстреливается. Как бы, а возможность у них покруче, чем у половины Черноморского флота вместе взятого. Эсминец, да. А не рыбацкое судно. Да, это дестройер, то, что называется в натовской квалификации. Конкретно Defender — это корабль ПВО. Он сопровождает до 30 целей одновременно в радиусе 400 километров. То есть потопить его сложновато. Как бы, сам кого хочешь потопит. Ну или собьет. Ну, то есть это, кроме того, он же там не один, а Сигбриз — огромное учение. Если они говорят об инцидентах, которые сейчас будут, да, вот могут случиться, в том числе и вооруженные, ну, там есть кому отвечать, там 32 страны с 5 континентов, как бы, со всех практически. Ну, с 4, там, если Антарктиду не считаем. Тем не менее, да. Расскажите, пожалуйста, вот какая ситуация с голландским теперь кораблем, какие у них претензии? Голландцы неожиданно заявили, что они себе плавали, там, вернее, ходили в рамках тех же учений, ну, это подготовка к учениям, это визиты кораблей, учения формально начались 28-го, но неделя на подготовку, они там уже. И 23-го, по-моему, надо уточнить, июня его атаковали, ну, сходили в такую, в учебную, в имитацию атаки российские боевые самолеты. Вот, на что голландцы сказали: ребята, так это тоже нехорошо, и мы вообще с британцами, вообще за мир, мы вообще в Сибриз. Дело в том, что голландцы — это старые партнеры британцев на море, уже много лет, и вообще один из самых активных членов НАТО. В НАТО вообще ситуация такая, когда идет боевая операция НАТО, далеко не все подразделения дают туда боевые части, то есть те, которые непосредственно идут в бой. Самолеты, корабли, пехота, там, спецназ и так далее. Дают британцы, дают американцы, дают поляки, дают страны Балтии, литовцы дают особенно активно. И всегда дают Бельгия, Голландия и Нидерланды. И Дания. Вот. При том, что они, казалось бы, маленькие, где что, но вот они всегда участвуют боевыми подразделениями, лезут в драку, не боятся, и голландцы — это одни из активных людей, которые в том числе беспокоят эту ситуацию на море. А кроме того, британцы же собрали авианосную ударную группировку. У них есть концепция «Глобальная Британия», когда они приняли ее после выхода из ЕС. С проекцией силы предполагают снова за Суэцкий канал, туда далеко. И сейчас пошла по морю британская авианосная группировка с авианосцем «Гермес» в основе своей. Так вот туда, во взаимодействии с ней, действуют голландцы и немцы в том числе. И это часть этой истории. Россияне, я думаю, знали прекрасно, атаковали именно
ну, пока учебно атаковали именно с точки зрения давления, оказания давления и на голландцев, и на британцев одновременно. То есть это продолжается игра такая. Что было, когда Defender проходил? С утра российское посольство в Соединенных Штатах заявило, что учения не нужны, это плохие учения, американцы не проводите эти учения, выходите. Министерство обороны заявляет, Шойгу заявляет на форуме по безопасности, что вот Сибрис — это очень плохо, и могут вооруженные инциденты быть. Это заявляет Министерство обороны России, а через 3 часа или через 6 часов там этот инцидент. Британцы тоже красавцы. То есть мы столкнулись, россияне провели информационно-психологическую операцию или когнитивную операцию в масштабе там от летчика этого самолета, который летел там рядом с британцами, заканчивая высшим военно-политическим руководством. Но и британцы провели такую операцию. Приятная новость заключается в том, что британцы не боятся. Франция, Германия не хочет связываться с Россией, боятся. Британцы не боятся. Они сами повышают ставки, идут ва-банк. И это очень приятно, потому что, к сожалению, в последнее время, последние 7 лет, мы Запад, а может быть и больше, если с 2008 года считать, Запад мы видим как слабую договаривающуюся субстанцию, которая все что угодно, только лишь бы не злить мистера Путина с его ужасающей военной мощью и вообще безбашенным поведением. Британцы говорят, нам пофиг. Мы вообще не заметили, что нам угрожали, стреляли и так далее. Такой тяжеловатый британский юмор. И это очень хорошо, потому что Путин до сих пор выиграл в игре на поднятие ставок. На открытый конфликт он не пойдет. Может пойти на вооруженный инцидент, но на конфликт не пойдет. Но пользуясь тем, что он выглядит как человек, способный пойти на конфликт, и тем, что его неправильно оценивают, он поднимал ставки, выигрывал переговоры, выигрывал там торговлю, выигрывал в позиции. И британцы ему показывают, что этот путь ложный, что больше так не удастся. Что мы, вы поднимаете, мы поднимем еще выше, вы подняли, мы еще повышим. Давайте, давайте поднимать, в чем проблема? Это очень важно, потому что у россиян нет ответа на эту стратегию. Она так долго ему давалась, так успешно работала, что они не готовы к такой ситуации. Понадобится время на перестройку какой-то. И еще совершенно неизвестно, какой ответ они найдут. Нидерланды не могут простить MH17, это, в принципе, и понятно. Большинство людей, погибших там, были граждане именно этой страны. Мы помним, что и ассоциацию с Европейским Союзом, в принципе, в Нидерландах голосовали, чтобы с Украиной не подписывали. Но премьер продавил потом. Да. Подписали, да, из расчета, что Украина не станет, не войдет в Европейский Союз, да, это их поправка. Но они, как наши, скажем так, вот в Европейском Союзе противники в данной ситуации, точно так же получаются и наши союзники, потому что Российская Федерация, Путина, да. Они еще больше не могут простить, да. MH17. И вот как премьер раз... же голландский заявил, что если вы устроите такую встречу, я не приеду на нее. И вот как раз, вот, зная это противостояние, не выбирали ли же в том числе свою, скажем так, жертву россияне именно и однозначно. Поэтому тоже? Все это очень точно рассчитывается. И когда взлетает самолет, либо приближается военный корабль, эта цепочка решения принятого в Кремле или принятого в Лондоне, и все это согласовано, рассчитано и точно. Это очень такая в современном мире, да, всегда так было. Но в современном мире это игра, когда взвешивается каждое слово, каждый шаг. Ничего там не бывает случайного, ну, кроме там непосредственно эпизодов, которые связаны с туманом войны. Можем взять по аналогии проход наших катеров через Керченский пролив. 24 часа они там совещались с Кремлем, и те никак не могли принять решение то пропускать, то не пропускать, то обстреливать, то сухогруз поперек поставить, то все что угодно и так далее. Потому что сегодня летчик или там, летчик боевого самолета или даже самого маленького катера, командир, матрос, он непосредственно подчиняется высшему руководству своей страны, благодаря современным средствам связи, выполняет его указания. И британское ИПСО столкнулось с российской ИПСО, информационно-психологическая спецоперация здесь. И очень приятно, что британцы не уступили, а сами давят. Но это сенсационно в каком-то смысле новость. Мало кто до конца оценивает важность этого события. Запад впервые с 2008 года не уступает Путину. Ну, если не считать операцию в Хишаме, когда американцы перемешали ЧВК Вагнера и там горстку российских регулярных военных при попытке атаковать сирийский нефтеперерабатывающий завод союзным сирийцам в Сирии. И отдельные там вещи, типа когда турки там немножко поубивали российский спецназ за то, что в Сирии, когда российские самолеты перед этим попали по турецкому блокпосту. Там такое случается. Но это периферия. Это негласно. Это мало кто знает, это на уровне слухов. А тут прямо в прямом эфире все видно четко и на уровне заявлений высших должностных лиц. В принципе, открылась новая страница отношений Украина,
Россия, НАТО в этом треугольнике, новая страница. Тектонические сдвиги происходят, и британцы, с которыми у нас подписано стратегическое сообщение, да, вернее, соглашение, там же вся интрига была, что утром на этом корабле, на Defender, Украина подписала с британцами соответствующее соглашение. Плюс турки, то есть это треугольник Украина, Турция, Британия, и это очень обнадеживающая вещь, потому что наш экспорт очень сильно зависит от ситуации в Азовском и Черном море. Они нам обеспечивают безопасность. Британия, в принципе, ну, на мой взгляд, даже вот в санкциях для России опаснее, чем те же Соединенные Штаты Америки, потому что многие годы считалось просто традицией российской элиты, функционеров отправлять детей учиться, жить в Лондон, покупать там квартиры. То есть вот концентрация, скажем так, российского капитала на квадратный метр в Лондоне гораздо выше, чем в любой другой стране. Считается так, триллион в Европе, триллион в Британии, 1,5 триллиона в Штатах или где-то так. Но проблема в том, что вы совершенно правильно говорите. В Британии концентрация личных интересов. То есть в Европе государственных скорее, хотя и личных тоже, в Штатах государственных, а в Британии личных интересов российской элиты. И британцы, да, имеют возможность взять их очень крепко. Как вы думаете, может дойти до такого? Потому что обычно санкции ведь на детей, ну, их не, они не распространяются. Члены семьи могут попасть под санкции, имущество точно может попасть под санкции. И финразведка США, Британия, Евросоюза прекрасно работают, они знают, о чем идет речь. И в нужный момент могут наложить. Но это как бы меры второго порядка, уже и третьего. Это если ситуация начнет стремительно ухудшаться, тогда наложат однозначно. Ну, мы же понимаем, что если они там пульнут по британскому кораблю вдруг или самолету, как они обещали, ну тогда мало того, что будет военный ответ на суше, на море, на воздухе, будет еще ответ по финансовым мерам, по имущественным правам, по правам членов семей. Готова ли российская элита за удовольствие пострелять по британскому кораблю, заплатить своим имуществом? Это очень большой вопрос. Помните, как старый анекдот был про Россию по поводу того, что обсуждают в штабе, по какой стране нанести там, ядерный удар, да, там в Германии у меня там сын, там, во Франции у меня там дочь, в Лондоне еще кто-то, давайте по Воронежу. Ну, вот просто вопрос, если бы санкции были такого плана, чтобы они действовали вот так вот сильно против семей высокопоставленных чиновников, как вы думаете, Путин бы, ведь переходим к следующему вопросу по поводу преемника, вот, стояла бы речь о преемнике или его бы свели уже? Тут вопрос в другом. Запад и Россия не знают, как относиться друг к другу. Россия знает больше, чем Запад. Запад не имеет выраженной политики в отношении России. Ну, не имеет он ее. Она ситуативна. Она реактивна. Россия что-то делает, а Запад реагирует. И реагирует, ну, не сразу. То есть, понимаете, задача же в чем? Чтобы было будущее, картина этого будущего, в которое четко люди хотят попасть, понимают, что они делают. И тогда любое воздействие, ну, это все равно превращается в необходимость всего лишь скорректировать курс, даже самое сильное. Меня вышибли, я вернулся на рельсы, поехал дальше. А когда нет главной цели, метанарратива, если говорить научным языком, там, да, или там картины будущего соответствующей, которая еще проактивно навязывается, проактивно реализуется, то тогда любые телодвижения — это набор отдельных фрагментов и кусков, еще не часто связанных с друг другом. Их атаковать, разбивать и ломать гораздо легче. Россия понимает, что она хочет от Запада. Хотя ее нарратив, главного нарратива нет, потому что поквитаться за когнитивное поражение в холодной войне — это хорошая история, но она не... Как, ну, поквитались, дальше что? По основным вопросам-то ответа нет. Мы строим такую цивилизацию или такую, мы летим в космос или не летим и так далее. Но они, по крайней мере, авторитарное государство, которое может все от решения президента до там, действий последнего матроса или журналиста подчинить одному спектру. У них ученые едут за рубеж и все те же сказки рассказывают там, за рубежом. Хотя, казалось бы, научный человек-то точно принадлежит всему человечеству и мог бы не этим не заниматься. Рассказывают еще как. Спортсмены рассказывают, все рассказывают. А Запад, он вот пытается устроить осторожный диалог с Россией постоянно. И единственное, чего им приходит в голову до сих пор, это типа в ответ на убийство, например, западных граждан западных стран коллективного Запада, тем же самым Путиным, MH17, новичок. Они говорят, ну, мы не будем дискутировать по вопросам, которые нас не устраивают, а вот по которой точки соприкосновения есть, будем говорить. Ну, во-первых, Запад тесно связан с Россией очень, начиная от психологически, заканчивая там технологически и сырье. Во-вторых, Запад большой,
У него разные точки зрения. В-третьих, даже внутри США очень разные точки зрения на то, как среди советников Байдена и его ближайшего окружения есть пророссийские люди, есть антироссийские люди, антикремлевские, я бы даже сказал. И все это очень сложная игра. Россия имеет в этой игре золотой козырь, золотой. Заключается он в том, что Запад декларирует одно, а делает другое. В чем проблема. Если бы Запад был рыцарем без страха и упрека, россияне бы не имели козыря. Они имеют, потому что Запад декларирует ценностный подход в отношениях с Россией и международной политикой, а реально поступает по реал-политик с той же самой Россией. И именно это беспокоит президента, потому что президент непрофессиональный политик был до сих пор, и он в каком-то смысле остается им до сих пор непрофессиональным. Но в этом есть как недостатки, так и достоинства. Достоинство заключается в том, что он не хочет подбирать слов. Он говорит так, как бы. Он выражает недоумение. Так вы там декларируете ценности, мы за эти ценности сражаемся, умираем, а вы что? А вы на реально реал-политик, там Северный поток и все остальное. Давайте за Путина пригласим на саммит ЕС-России. И его это сильно не устраивает, ну а моя позиция известна, я всегда считаю, что мы должны быть сами собой, никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела, но и мы не должны подчинять свою политику чьим-то интересам, согласовывать, возможно, да, взаимодействовать, да, но не подчинять. И кто-то должен указать Западу на лицемерие политическое. Это делают две категории людей, до сих пор делали. Это западные философы, интеллектуалы, очень сильно его критикуют. Западные люди, Запад. Второе, это делают западные военные, которые понимают, какова игра и чего она стоит, и что реально происходит. Вот у нас, например, с западными военными полное взаимопонимание. Полное. Боевое братство, фактически. А с западными политиками есть нюансы. Но еще больше нюансов между западными военными и западными политиками, потому что западные военные понимают, что они делают, реализуют программу по защите Запада, а эти там пытаются. У них существует серьезное натяжение. Такой разрыв между политиком, западными политиками, западными военными. Ну вот в этой и здесь идет игра. И это знаменитый казус машиниста, который сформулирован был опять же на Западе в 50-е годы, философ. Звучит он так, что вы идеальный машинист. У вас там 25 лет стажа, вы никогда не опаздывали, вы экономите топливо, вас все любят, обожают. У вас безупречная репутация как машиниста. Вас любит семья, признают коллеги, цитируют газеты и все такое. На доске почета висит уже 15 лет. И вот вы ведете поезд, безупречно ведете, как обычно, через эти австрийские туннели, через все красиво несется поезд. Ни секунды опоздания. Идеальная эксплуатация поезда, никакого износа лишнего частей. Просто мягко трогается, мягко останавливается. Картинка. В Парижскую палату мер и весов. Одна проблема. Этот поезд везет евреев в Освенцим. Вот вы делаете свою работу, делаете ее очень хорошо и не смотрите, что там, к чему приводит ваша работа. Вот так живет сейчас Запад. Это их главная моральная дилемма. Они не хотят мыслить далеко, они запрещают себе это мыслить. У них наложен запрет на публичную дискуссию в этом отношении. И те колокола, которые бьют их военные, западные же, объясняют, что вот реальный расклад, вот реальные данные, мы же не сочиняем, не просим денег вам дополнительно, мы же не ради ассигнования это делаем. Вот реальная ситуация. И говорят, да, но давайте попробуем еще одну 110-ю перезагрузку. Они говорят, так Грузия, Украина, Сирия, там страны Балтии, Беларусь, Африка. Да нет, это все вот интересы, давайте сейчас передоговоримся. И покуда у Запада будет это лицемерие, Путин будет побеждать. Морально побеждать. Что бы Запад ни сделал, он всегда может предъявить Косово. Он всегда может предъявить пробирку якобы с химическим оружием с трибуны ООН. Он всегда может указать на множество случаев конкретного лицемерия Запада, в том числе, в первую очередь, в отношении самой России. Декларируют одно, а делают на самом деле другое. И санкции не до конца полноценны. И это, и то, пятое, десятое. И вот, я же говорю, в этом ужасающем, да, море лицемерия, которое очень активно Россия эксплуатирует, появляются британцы, которые говорят, не, ребята, хотите поднять ставки? Мы поднимем, мы не боимся. Прямо заявляют. И эта история с документами, потерянными на обстановке. Это же понятно, что британцы слили их специально, эти документы. Но кто-то начал проводить проактивные операции. Наконец-то на Западе. Слава тебе, Господи. По крайней мере, заметные нам и попадающими в СМИ, и обговариваемые нами. То есть явно заметными. Ну, уже хорошо. В принципе, вот проход Defender открыл новую страницу в отношениях. Посмотрим, что будет дальше. Мы занимаем сторону, мы как бы на стороне британских, западных военных. Мы адекватно оцениваем угрозы. Это же понимает Польша и страны Балтии, которые понимают, что они следующие. И там у нас очень хорошие контакты и взаимодействия. С западными политиками отдельными есть отдельные проблемы. И мы с ними там в сложных отношениях находимся, дискутивных, скажем так, дискутабельных. И обсуждаем.
Но то, что мы после прохода Defender попали в новую эпоху, это однозначно. Посмотрим, но давайте, что вспомним, будет дальше. Давайте вспомним все-таки британцев, которые когда были учения, я не помню, уже полгода назад, наверное, осенью, но помните, когда это было, когда первый их твит был о том, что мы высадились на заднем дворе России. Да, да? Да. Потом, понятно, они исправили его, сказали, что они не это имели в виду, но на самом деле это, в принципе, они это имели в виду. Да, они ровно это имели в виду. Они начали игру, потому что Британия, какая бы она ни была, куда бы она ни дрейфовала, пока еще не может себе позволить, чтобы их граждан убивали российским боевым химическим оружием на их территории. Вообще убивали. За это должен быть ответ. Вопрос о том, считают ли они все-таки Украину субъектом и действительно точно так же отдельной страной, не единым народом с Российской Федерацией, которая сейчас там откололся так и играет свою страну. Что такое единый народ? Вот Путин ляпнул про единый народ. Да, но я, знаете мою позицию, я могу еще раз ее уточнить для тех, кто нас смотрит. Я не верю ни в какие народы, ни в какие нации. Это искусственная тема, понять. Не существует таких понятий. Особенно нации. О народе еще можно поспорить, но нация — это абсолютно искусственная. Воображаемая сущность, как бы, да? Так, про нее же так в словаре написано даже. Это воображаемая сущность, воображаемый субъект, как хотите назовите и так далее. Люди делятся не по народам и не по нациям, а по культурам. 21 век хорош тем, что один человек может принадлежать сразу нескольким культурам. И войны когнитивные — это войны за самоидентификацию. То есть это ответ на вопрос, о какой культуре я, собственно говоря, принадлежу. И тут возникают нюансы. Давайте посмотрим на меня. Отец белорусский поляк, мама россиянка. Я русский по культуре, не российский, а русский. И советский школьник по психотипу. Как воспитан, так и собираюсь им оставаться, не собираюсь меняться. При этом я там в вооруженных силах Украины, офицер, который отвоевал, прослужил там гражданин Украины, защищая наши интересы. И все остальное. Вот кто я? К какому народу я принадлежу? Спросите Ларисы Ницой. Да, родился я в Грузии и вырос в Германии, да, чтобы так уже заполировать. Учился в Британии. К какому народу я принадлежу? И таких людей очень много. Есть, конечно, люди, которые 65% украинцев не выезжали за пределы своей области, в этом проблема. Они понимают, что к какому народу они принадлежат. Но если внимательно проехаться, посмотреть на их обряды, похоронные, свадебные там, и другие, посмотреть на рисунки вышиванок, посмотреть на герб, то оказывается, что у нас каждое село принадлежит какой-то своей культуре, является или имеет часть свою субкультуру в данных условиях. Поэтому, если мы всерьез хотим говорить, всерьез, то надо уходить от понятия нации, народа. Это очень искусственные конструкты, которые годны только для оставшихся в 19 веке. Там они были придуманы, там они должны остаться. Они не перешагнули границу 45-го года. Это истории конец. И надо уже начинать всерьез мыслить, как она есть, культурами. Культурами. А мы культурами не мыслим, отсюда наши беды, потому что в основном-то ведутся культурные войны. И у нас, и против нас, и в мире ведутся культурные войны. И британцы, глядя на все это, отвечая на ваш вопрос, они не мыслят понятия нации. Они по старинке, конечно, nation используют в статьях и так далее, но они давно уже, я просто имел дело со специалистами британскими, такого профиля много. Я знаю, как они мыслят. Они мыслят давно уже, во вторую половину 21 века, и они понимают, что точкой современной войны, культурной, политической, экономической, дипломатической, военной непосредственно, является ответ на вопрос, кто я и что мне нужно, за что я сражаюсь. Четыре вопроса. Кто я? Где я? В каких отношениях мы находимся? И зачем это все? И они предлагают определяться не нацией. Британцы не обращаются к украинской нации целиком, хотя недавно они записали ролик с нашими солдатами. Они обращаются к тем сообществам, на которые они могут рассчитывать. Мы видим морской флот Украины, вооруженные силы Украины, здоровая часть там во власти, в правительстве, да, и то, что называется гавань на Западе. А на самом деле оно включает не только правительство, как исполнительную власть, но и парламент, и все остальное. То есть все государство. И с ними они работают. У людей, у которых сформировалась точка идентификации, они знают, что они делают, чего они хотят. Может быть, не до конца, но, по крайней мере, они готовы для взаимодействия с британцами. Точно так же мы в Британии обращаемся не ко всем. Хотя мы, конечно, можем произнести тост за день рождения королевы, поздравить британскую нацию, и это делаем, но мы общаемся с теми, кто может работать. Я вам больше скажу. Вот несколько тысяч, десятков тысяч бойцов ВОЗ. Кто дает реальный результат? Там, когда идут активные боевые действия, да и когда они идут тоже. Своих, 300 человек. А остальные?
Остальные более-менее на тройку, там плюс-минус выполняют свои задачи. Если ты хочешь что-то сделать, тебе надо найти кого-то из этих 300, который для себя все решил, и как бы он уже готов. То же самое везде и всюду. На кого можем рассчитывать в Соединенных Штатах? На Керри, который ну, больше, чем пророссийский, иногда кажется. Он больше пророссийский, чем Лавров, иногда сдается, глядя на Керри. Или мы можем на Макфола рассчитывать, который там, например, очень за нас и очень, очень против Путина. Понимая реальную оценку, выдавая ему. Они все разные. И на что мы можем рассчитывать, глядя в глаза Байдену, скажем так? У него есть одна часть, которая хочет общаться с Путиным, другая, которая презирает его и не хочет общаться. Какая победит? Большой вопрос. Проблема когнитивной войны заключается в том, что идентификацию, чтобы к ней обратиться, ее нужно актуализировать всякий раз заново. А в человеке живет много субличностей, в нации живет много субличностей, и ты никогда не знаешь, с какой ты будешь иметь дело, обращаясь к ней прямо сейчас. Ты должен вызвать нужную тебе, существует ряд способов для этого, к ней обратиться и сделать так, чтобы сотрудничество с ней там было реализовано. Конкретная программа, например. Поэтому правильно мыслить в современном мире, в мире когнитивных войн. Не старая терминология «нация и народ», а терминология чего? Субъекта. Действия и программы, которые вы с ним вместе проводите. Может быть, короткая программа, может быть, длинная, может быть, сверхдлинная программа, которая там ряд коротких уложится и приведет к чему-то. Давно уже нет никаких наций. Давно нет никаких наций. Их никогда не было, а сейчас их не было вообще. И некоторые мыслители говорят, что все, не будет стран, даже будут полисы отдельные. Но поверьте, страны сейчас в каком-то смысле нет. Есть группировки людей, принадлежащих культурам и субкультурам, которые как-то себя ведут. Такая рой. И кто-то... Вот недаром же говорят про Deep State. Deep State — это не вся американская нация, например, и не вся британская нация. Это люди, которые вот там повязаны единым пониманием событий и стараются действовать совместно, даже если друг друга не знают, просто поддерживать. То же самое примерно у нас, то же самое везде, в любой корпорации. Ну вот берем победу украинской сборной на футболе над шведами. Вот у нас есть люди, которые радостно приветствуют, вся страна. А есть Ніцой и прочие полудурки, которые заявляют, что типа Мінмає звертатися українському, все эти самые Вахтанги Кіпіані, все эти Дроздови там, и так далее. Сумасшедшие. Откровенно. Которые предпочитают, чтобы сборная проиграла, но только на украинском языке. Они предпочитают, чтобы Украина погибла, но погибла на украинском языке. Понимаете? А вот москвоязычная Украина немає існувати. А есть нормальные люди, которые радуются. Есть полно людей среди националистов, которые выступают за украинский язык всюду и везде, но они говорят, ну нельзя же такими методами, давайте как бы разумно подходить к вопросу. Все разные. Так мы единая нация или какая мы нация? Нет, ну во всех странах есть разница. Тут в Конечно. Данной ситуации есть страна, которая прописана да. в международном праве, вот, есть вот, границы вот. И так далее. И вот у этой страны тоже очень разные подходы к этому самому. Потому что страна же прописана в международном праве, но приезжает непосредственно на учение Сибрис, не международное право и не страна. Приезжают конкретные люди, которые проводят конкретные мероприятия. То же самое у нас. Ты в чем проблема? Вот, когда на нас смотрят на государство, на команду Зеленского, они хотят, чтобы мы выполнили там какие-то задачи. Они говорят, у вас монобольшинство, у вас то, у вас все рычаги во власти. Вы думаете, монобольшинство и все рычаги во власти — это гарантия каких-то там успехов и прямо всего остального? Ничего подобного. Это только очень наивные люди так считают. Никто не ходит по струнке в 21 веке. Вот депутаты говорят, да, у меня своя точка зрения на это все. А что я должен? Я державный діяч, у меня власна точка зору, я не хочу погоджуватися, у мене, я хочу таку правку і так далі, і все. І що ти йому скажеш? Ми ж не будемо строїти, я не знаю, СССР 37-го года, где і навіть там не було єдинства, м'яко говоря, там, по крайней мере, були соответствующі средства принуждения. Якщо ти хочеш з кем-то зараз, щоб він зробив, це довгий процес вистраювання отношений, ідентифікації, аргументації і так далі. Іменно цього не хочуть багато робити. Мені вчора написали замечательний коментарій на Фейсбуке. Так, написали, как легко оскорбить парохоботов, самому того не желая, написал один читатель. Надо произнести фразы «логика», «аргумент», «вследствие», «если то» и другие логические связки. Они ужасно обижаются. Они не хотят рассуждать логическими связками. Один мой хороший товарищ, который такой парохобот махровиший, там в центре событий сидит у них, мы с ним переписываемся иногда. Он говорит, Леша, я говорю, вы же прямо врете сейчас. Вы уже перешли от заклинаний, завываний, от критики часто жесткой, но справедливой. Где-то полгода назад вы перешли просто к прямому вранью. Прямому, вообще уже не считаясь ничем. Прямой вброс фейков, там, даже не на уровне трактовок. Прямая брехня. Он говорит, да, на войне как на войне. Вы наши враги, и мы говорим, что как это, чем лучше, тем хуже. Я говорю, так а враги кто? Кого вы записали во враги? 2/3 населения?
Вы записали во враги в украинскую власть без фамилии. Во время войны вы воюете с украинской властью. Ваши же нарративы с российскими совпадают на 95% по многим вопросам. Это нация? Мы с ними одной нации? Про демократию, и мы с вами начинали. Практики уже давно не ориентируются на эти вещи. Они ориентируются на тех, кто, с кем можно найти общий язык и что-то сделать. И с тем, с кем нельзя найти общий язык, и с ними тоже нужно что-то сделать. Про преемника хочу вас спросить, потому что я же говорю, у нас красной линией идет такие, прямая линия с Путиным. И очередной раз его спрашивали про преемника, и в этой студии, в других студиях очень часто обсуждают преемника. В Украине представить, вот что у нас какой-то из президентов кого-то советует после себя. Но это же гарантированно, что это волчий билет. А он не будет советовать. Ведь я просто вспоминаю, единственный президент, который как бы оставлял после себя преемника, это был Леонид Кучма, да, и вот он вроде как бы передавал Януковичу. И сразу случился Майдан, потому не что... Не сразу, далеко. Ну, в 2000... У Януковича был высокий рейтинг, да, реальный. Там многие хвалили его за совершенно реальные дела. Они же красные директора. Они занялись где-то инфраструктурой, где-то занялись экономикой. В принципе, не так все было там прямо мрачно, как этот самый рейтинг у него был очень хороший. Вот мне сейчас напоминают, я не знаю, надо посмотреть. Ну, я про оранжевую революцию в данной ситуации в этом, да, не, да, ну, да. Там, да, мы уже полезли на стенку, конечно. Да, да, все. Я говорю о том, что у нас, в принципе, то есть вопрос преемника, это всегда, ну, абсолютно проигрышный. Мы всегда обнуляем, то есть обнуляем, да, для того, чтобы весь мир насилием разрушим для основания наоборот, затем. Да, наоборот. А в России почему-то все ждут вот этого вот преемника. Потому что россияне считают, что их точка самоидентификации должна быть продолжена так, как она есть. Потому что Путин сумел ответить на запрос коллективного россиянина. Это же одно из важных умений политика. На коллективный запрос ответить. Великое, как это, если смотреть в глубину архетипики вот этого их мифодизайна государственного, то... Там град Китеж, белый град на белом холме, который обступили полчища басурманов, и который скорее опустится на дно озера, нежели сдастся врагам, да, отобьется. Мы страшные предатели, потому что мы были в Китеже, а теперь вышли против него воюем. Предатели, вышедшие из города и обратившиеся против него, продавшиеся американцев. Но это вот Россия, это катехон, это же еще православное понятие катехона. Знаете, что такое катехон? Это последняя сила, которая предстоит перед приходом Антихриста на землю. Россия воспринимает, то есть это крепкая спайка православного мифа, государственнического мифа, квазирелигиозного мифа вот в стиле Дугина, цивилизация моря, цивилизация суши, там, демиургия, война и так далее, теургия и прочие вот эти все страшные слова. Крепкая мифология, достаточно сколоченная, разбросанная на месседжи по всем целевым аудиториям и задвинутая туда, и они ее восприняли. Они действительно считают, что Россия — это особая цивилизация, и русские, что они не могут быть, они не восточные, не западные, они особые. Мы не китайцы, мы не индийцы, мы не мусульмане, не восточные народы, не Запад и так далее. Мы идем особым путем, со всеми дружим, со всеми воюем, если нужно, но с нами надо считаться, нас надо уважать, и мы будем делать все, чтобы с нами считались и уважали. От технологий до прямых военных столкновений. И особую культуру свою, плакаты, и импортозамещением заниматься, чтобы стать автономией. И они в этом смысле, но нас должны уважать, мы сильные, мы субъектные и так далее. Это запрос коллективного россиянина. Дальше, если Путин уйдет и придет либерал какой-то, или придет правый националист типа Навального, которого по ошибке пишут либералы, то этот запрос просто усилится еще. Нам никуда от этого не деться. Россия сейчас ищет новую форму империи, она ищет когнитивную точку. Точку самоидентификации, она ее найдет в 1932-1935 году. Вопрос, мы ли найдем эту точку? У нас нет пролонгированной политики. Если бы мы были разумной страной, мы бы сделали метанарратив, то есть картинку будущего, вот как моя Русь, Украина, да? И на ее основе сделали бы что? Дорогу, по которой мы бы поехали, реализуя все крупные и мелкие частные программы в целях построения этого будущего. Внятно донесли бы международному сообществу, внятно донесли бы прессе, народу, всем политикам. Мы сказали, мы строим это. Но мы в ловушке того, что у нас написано, мы не идеологизированная страна в Конституции, страна без идеологии, но страны без идеологии не выживают. Идеология — это программное обеспечение страны. И мы не можем пойти на то, чтобы это изменить. Признаться себе не можем, потому что мы все-таки идеологичная страна, надо иметь свою идеологию. Мы можем большой герб утвердить, но не более. Значит, мы действуем на этапе чего?
У России тоже нет позитивной программы будущего, на самом деле. Но что они умудряются? Они умудряются действовать оперативно, слаженно. Нам надо переходить хотя бы, если нет, не сформировалась идеология глобальная, надо украинство, да, Руси Украины, пока еще не сформировалось. Надо хотя бы оптимально действовать на уровне оперативном. То есть это борьба уже за непосредственные интересы, выражая их, и все, надо подчинять этой деятельности. Но этого понимания пока не удается добиться, потому что... Но очень многие люди, во-первых, не профессиональные политики, это совершенно отдельная жесткая профессия. Во-вторых, они просто не знают этих слов. Ты когда с ними на эту тему говоришь, ощущение, что ты с ними про астрофизику разговариваешь, они говорят, потому что так же малопонятно и так же отдаленно. А зачем, они спрашивают? Не понимаю. А потом они жалуются на то, что вот у нас страшно атакуют информационно, мы размыты, мы не успеваем, мы не проактивны, а мы реактивны. Так проактивным можно быть только при условии, что ты знаешь, куда ты идешь. Тогда ты идешь, опережая на шаг, а за тобой гонятся и пытаются тебя сбить. И даже если тебе нанесли очень сильный удар, и тебя вынесло в сторону, ты очнулся и понимаешь, куда вернуться. Вот же они, рельсы. Вернулся и пошел. А когда тебе нанесли самый маленький удар, но ты не знаешь, куда тебе идти, тебя понесло, и все, и фрагментировано, и каждый фрагмент отдельно атакует, а связи между ними рассыпаются. Мы в этом положении находимся. Организм, в котором каждая часть бежит куда-то в другую сторону. Россияне на этом играют. Они тоже не знают, зачем, по большому счету, но они знают, чего они не хотят точно. А мы же даже чего мы не хотим, не знаем, так же, как Запад. И мы, Запад, проигрываем России сейчас в том, что мы не знаем, чего мы хотим и кто мы. С этим надо работать. Путин на это ответил. Значит, они ждут преемника. Этот преемник плевать кто. Россия играет, она же византийский архетип. Там императоры снимались и ставились в течение суток часто иногда. И там полно было рабов бывших, которые стали императорами. Россия в этом смысле такая полевая демократия византийская. То есть, если завтра придет абсолютный противник Путина, тот же Навальный, они похлопают в ладоши и скажут вперед. Потому что курс российский не изменится. Фамилия преемника не важна. А они все равно останутся. Каспаров придет, он все равно будет реализовывать великую Россию, только великую либеральную Россию. Ну, вот, а это просто это география, это судьба историческая. Имея от Калининграда до Курил, ты вынужден будешь это делать, такую политику проводить. Нет вариантов. Ты будешь более либеральный, менее либеральный. Но, во-первых, в России либеральные вещи не пройдут, и любой либеральный политик начнет очень быстро, если не авторитаризоваться, то, по крайней мере, централизоваться. Назовут это централизацией. Потому что иначе она не будет управляться, и будут кровавые войны на периферии. И сдача всяким китайцам и всем остальным. А если бы в Украине понадобилось обеспечить преемника, то это делалось бы не так. Нельзя выводить человека, надо создать человека. Ему нужно дать должность или последовательность должности. Ему нужно создать историю успеха. И ему надо дать возможность говорить самому. А кто у нас из президента способен на такие подвиги? У нас же, как только человек вырастает, с тобой назначен, немедленно начинается борьба против него, потому что он ужасный конкурент. То есть эти люди должны поговорить, и один второго должен убедить, что ты будешь неприкосновенен, и твоя семья, ну или, по крайней мере, я дам тебе возможность, да, какую-то. И второе, что твои основные, пул вопросов, которые нужно будет продолжить, ядро политики. Кстати, в случае с Зеленским это вполне может случиться, потому что он прекрасно понимает, что он человек, который хочет сделать для страны, а не хочет обеспечить себя. Но вопрос, такие вещи возможны только после второго срока, я после так второго понимаю. Срока, конечно, да, после второго. Но он точно пойдет на второй, я уверен, на 100%, как бы мы ни строили глазки, сейчас и не рассказывали, что надо подумать. Понятно, что почему пойдет, потому что те задачи, которые он задумал, их не успеешь доделать за 3 года. То есть большое преобразование страны, это все-таки нужно еще времечко. Чисто вот операционно нужно, а не потому что... Когда он говорил, что он пойдет на один, он просто не понимал объем задач. Когда он побыл президентом, стало ясно, что хочешь доделать. Период крупной реформы 2-2.5-3 года. А может быть и 5, а может быть и 7. И если ты не хочешь уйти, чтобы быстро старая элита снова вернулась и отмотала все обратно, оставив там 10% каких-то начинаний, то есть мы опять провалились в этот трек теневой экономики, теневой политики, надо побыть еще. А там пойдет речь о преемнике. И я думаю, это вполне реально найти человека, с которым всегда можно договориться и по-хорошему, да, что мы продолжаем этот же тренд по построению открытого общества. Не будем возвращаться в тень. Будем возвращать Украине достоинство. Большое спасибо вам за этот разговор. Надеюсь, что в следующий раз у нас все будет как обычно. Прямой эфир, максимум вопросов от зрителей. Еще раз вам спасибо. С нами был Алексей Арестович. Смотрите нас в YouTube, на Политек Онлайн. Подписывайтесь на канал. Я Инга Мизери. С вами прощаюсь.